Здравствуйте, сегодня 3 мая 2022 года. Нахожусь возле станции юных натуралистов. Вот забор, за которым много разных деревьев растет. Интересных. Грядки, садик тут, яблони, теплицы. Замечательное место. Тут занимаются дети садовым творчеством, садоводством, огородничеством. И довольно большой кусок земли занимает это учреждение. Орловская станция юных натуралистов. Там впереди у нас автовокзал. Вот автобус заезжает, автовокзал. Подъезжает к нему. А там трамвайная остановка вдали. Автовокзал тоже называется. Я хочу рассказать про 4 дома эти. Там виднеется еще крыша современника, но вы, наверное, не видите. Камера у меня слабенькая. Современник стоит вот за тем крайним домом кирпичным высоким, в котором в советское время был гастроном Москва. А в следующем доме, ближе к нам, был... Какой гастроном Москва? Гастроном Космос, я хочу сказать. Гастроном Космос, да, магазин продуктовый, большой. Он как раз вот, а за ним современник, кинотеатр. А ближе к нам дом, в советское время там был магазин «Океан», рыбный, хороший такой магазин «Океан», ресторан «Океан». Он сейчас вот ремонтируется, этот цокольный этаж, разобран, в общем, полностью. Не работает этот магазин. А в этом третьем доме от автовокзала и в ближайшем к нам был магазин «Сказка», игрушечный детский. Сейчас это «Детский мир». Очень хорошо, что этот магазин сохранил свой профиль. А в этом четвертом доме от автовокзала находится... Раньше находился магазин «Уют». Сейчас вот какой-то маленький отдельчик занимает мебель, но вся территория этого большого мебельного советского магазина поделена между, видите, фикс-прайс, магнит, там инструменты какие-то, мебель, аптека. В общем, нет уже этого мебельного магазина «Уют», хотя вот это место называется «Уют» по имени магазина советского. Вот эти дома, это все считается «Уют». Эльдорадо – это построен уже позднее, 2000-е годы, магазин Эльдорадо. Раньше, по-моему, там хотели вообще бассейн сделать. Там остановка, магазин «Уют». Там магазин, по-моему, «Радуга» или «Дружба». Нет, «Радуга». «Дружба» – это возле стадиона Ленина, по-моему, вот за забором. Ну, он, в общем, там сейчас «Пятерочка». Это в магазине, который раньше был в советское время продуктовый, известный, на «Уюте». Ну, что еще сказать? Вот я, собственно, хотел поговорить про эти 4 дома. Вот я про них поговорил. Еще раз замечу, что только «Детский мир», он же бывший «Сказка», сохранил свой профиль. Остальные все магазины либо на реконструкции, либо поменяли профиль большей частью. «Уют» особенно жалко, все-таки по этому названию названы место вот это «Уют». Вот. Ну ладно, что делать, время, так сказать. Погода хорошая, под 20 градусов тепло, ветерок такой легкий. Вот гуляю. Время около 4 вечера. Спасибо за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла. О, кстати, небольшая информация для садоводов-огородников. Собственно, по этому номеру вы сможете узнать про станцию «Юната» все, что вас интересует. Наверное, и включая, как детей привезти сюда на занятия. Замечательное местечко. Вот, видите, тут много чего есть. Садик такой. Огородики, садики, теплицы. Прекрасный такой оазис тишины и природы. Вот. Спасибо за просмотр.